Булат Утимуратов родился в 1957 году. Президент Федерации тенниса Казахстана, бизнесмен, общественный деятель, дипломат. Является членом Президиума Национально-экономической палаты Казахстана «Союз Атамекен» и членом Политсовета Народно-демократической партии «Нур-Отан». Президент Международной федерации тенниса Франческо Ричи Битти назвал Утимуратова человеком с большими организаторскими способностями, заинтересованным в развитии тенниса и который не жалеет для этого своих сил, времени, ресурсов. Один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана и один из самых успешных участников рейтинга Forbes Казахстан.